Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня я хочу показать интересный браслет. Ну, во-первых, показать, как он выглядит, во-вторых, показать, как он работает, и в-третьих, показать, как его плести. Вот мне поступил заказ на изготовление вот такого браслета. То есть браслет изготовлен из камуфлированного пауэркорда на 4-миллиметровой скобе, то есть диаметр проволоки четверка. Но этот браслет примечателен тем, что вот при его размере, сейчас я покажу его размер, для того, чтобы не быть голословным. То есть вот есть браслет, вот есть рулетка, и я измеряю размер 22,5 сантиметра. 22,5 сантиметра размер браслета. Так вот, этот браслет уместил в себя 4,9 метра паракорда. То есть плетение является очень емким. Очень большой запас паракорда в таком изделии. Соответственно, это хорошо, то есть у путешественника больше вариаций использования паракорда, имея такой запас. Почти 5 метров. 4 метра 90 сантиметров паракорда. Вот. Ну и когда я сделал этот браслет, я понял, что это будет интересно для зрителей, для тех, кто увлекается плетением из паракорда. И я сделал второй такой же браслет, только скоба здесь 3-миллиметровая. И концы не заделаны, поскольку я его буду использовать как экспериментальный. Он приблизительно такого же размера. И, соответственно, паракорда в него тоже вошло приблизительно столько же. Но концы, я сказал, я концы не заделал, потому что, в принципе, наличие этих концов или вот здесь вот будут концы запаяны, никак не отражается на самом браслете, на его работе. То есть, чем интересен этот браслет? Он интересен тем, что кроме того, что он быстроразборный, кроме того, что он очень емкий, он еще и быстроразборный. Я оговорился, прошу прощения. Что значит быстроразборный? То есть вот перед нами готовый браслет, который можно одеть на руку. И который, сняв с руки, можно в течение буквально нескольких секунд превратить в отрезок паракорда. Ну и для того, чтобы быть до конца объективным, я сейчас измеряю размер. Размер этого браслета 22, ровно 22 сантиметра. Измеряю концы, которые здесь у меня остаются, то есть которые не вошли в плетение, 30 и, ну, с учетом заделки, 35. То есть получается 35 сантиметров остаток этого куска паракорда. Это я подчеркиваю для того, чтобы потом измерить общую длину, отнять эти остатки и понять, сколько паракорда будет находиться в самом браслете. Ну и теперь, наверное, показываю, как он работает. То есть я просто тяну. И вот то, что сейчас было браслетом, превратилось в паракорд. То есть это заняло буквально несколько секунд. Вот, теперь я это откладываю в сторону и измеряю. Я сейчас выпаду из кадра, измерю паракорд. Четыре восемь.
в измеренном паракорде, вот в этом куске, 4,8 метра. И 35 сантиметров у нас было в остатке, то есть получается 80 минус 35, 4,45. То есть, ну, грубо говоря, 4,5 метра паракорда вошло в браслет размером 22 сантиметра. А этот браслет, изготовленный под заказ, под конкретного человека, поедет к хозяину. Он сделан именно так, как я показал сейчас. Это быстроразборный браслет. На этом я заканчиваю и перехожу к плетению, для того, чтобы показать, как он плетется. Я полностью, может, его и не буду плести, но, по крайней мере, покажу, как это выглядит. Я вернулся, и сейчас мы будем плести вот такой быстроразборный, емкий по паракорду браслет. Скоба, на которой плетется браслет, паракорд сложенный вдвое и на удавку закрепленный на этой скобе. Вторая скоба — это технологическая скоба, она потом снимется. То есть с другой стороны браслета мы получим просто две петли. То есть это выглядит вот так. Это скоба рабочая, которая останется на браслете. А эта скоба даст просто нам две петли для того, чтобы можно было закрепить браслет на руке. Вот таким вот образом. То есть чисто технологическая для возможности плетения. Теперь я откладываю готовый браслет и начинаю показывать, как плетется такой быстроразборный браслет. Закреплен паракорд, сложенный вдвое, пропущен через технологическую скобу для образования двух петель. Далее выводим одну ветку. Паракорда, как я сказал, в браслет размером 22 сантиметра уходит 4,5 метра. Поэтому, соответственно, надо брать с запасом, ну, около 5 метров, потому что на вот этот браслет размером около 23 сантиметров ушло 4 метра 90 сантиметров. Вот. Вот таким образом распределяем. И начало будет состоять в том, чтобы вот этой левой ветвью обернуть направляющие. То есть вот наши направляющие мы развернули. И начало плетения состоит в том, что мы прокладываем эту же ветвь, которую обернули. Мы ее пропускаем поверх двух левых и под две правых. Показываю. Вот таким образом. Вот. Итак, мы сделали 4 направляющих. Обвили левой нитью все нити и пропустили ее над двумя под две и перебросили на другую сторону. Взяли вторую нить, провели под этой стропой, далее над двумя, под двумя и вышли вот сюда. Я тут зацепился. Минуточку.
Сейчас я все поправлю, подтяну, и все будет нормально. Единственное условие при этом плетении — это не сильно затягивать плетение. Иначе тогда оно не будет быстро разборным. Теперь эту нить заводим снизу через верх. Эту нить через нее под низ. Наверх. Я сейчас остановлюсь и покажу. Вот. И затягиваем. И подтягиваем вверх. Теперь все повторяется. Вот так. Это наоборот. Это под низ наверх. Это сверху под низ сверху. Даю рассмотреть. Подтягиваю. Ну и, собственно, уже у нас начинает появляться узор плетения. Вот. То есть вот у нас получается такой узор. То есть суть состоит в том, что фактически применяется два переплетения. То есть первое переплетение — это вот так и вот так. И второе переплетение — это этой стропой сюда, на эту сторону. А эту сверху под низ и сверху. Вот. Вот такое плетение. На этом все, я плести не буду, мне этот браслет не нужен. То есть я останавливаюсь. Вот так делается быстроразборный браслет. На этом все. Пока-пока.